И к другим темам дня. Если бы не сработала система автоматического пожаротушения, последствия могли быть печальными. О возможном сценарии вчерашнего пожара в Ауре рассказали сегодня в Главном управлении МЧС по области. ЧП произошло на третьем этаже торгового центра в небольшом хозяйственном помещении. Там находились коробки и электрокулер для воды. Произошло короткое замыкание. Сначала тление, потом через какое-то время кулер загорелся. Мы прошли с вами на грани той же катастрофы, что и произошла в Кемерово. Фактически сценарий развития на первоначальном этапе, он повторял сценарий зимней вишни. Кулер горел открытым огнем в замкнутом пространстве с большой пожарной нагрузкой. При отсутствии системы пожаротушения, закрытое помещение, не знаю, насколько сейчас мы проводим проверку, насколько персонал там оставил его без присмотра, где сам был. Автоматическая система пожаротушения не подвела, сработала и залила полыхающий кулер. Если бы не сработала, то уже через 14 минут самостоятельно выбраться люди из здания уже бы не смогли. На данных объектах линейная скорость распространения пожара очень велика и составляет более 1 метра в секунду. Уже по нашим расчетам, уже на 5-й минуте площадь бы пожара составила более 100 квадратных метров. На 6-й минуте видимость составляла бы не более 8 метров, а на 14-й минуте эвакуация уже самостоятельно из здания торгового центра была бы невозможна. Виновные будут наказаны, заверили в МЧС. А проверки торговых центров области и тренировки продолжатся. В регионе по договоренности с губернатором вводится единый день пожарной безопасности, который будет повторяться раз в квартал. В этот день будут проводиться тренировки по эвакуации и применению первичных средств пожаротушения.